Вот и весь мой мир. Мне 18, и я никогда не выходила из дома. Если выйду, то, скорее всего, умру. Это что, письмо от того парня из окна? Он здесь. Кто здесь? А ты не такой, каким я тебя представляла. Сексуальнее, да? Куда бы ты пошла, если б могла? На океан. Никогда не видела его. Уверена, что хорошо себя чувствуешь? Вообще-то даже замечательно. Это всегда так? Так не бывает. Не вам решать, что ей нужно. Ты должна уйти. Ты не можешь с ним встречаться. Дорогая мама, я знаю, что должна оставаться дома, чтобы выжить. Но это не жизнь. Я хочу узнать весь этот мир. Мэдди, вернись домой. Нет, Оля, я должна выяснить, больна ли я на самом деле. Мэдди, что с тобой? Я разрушаю твою жизнь. Моя жизнь лучше, когда ты рядом. Мадлен! Ты все, что у меня осталось. Я не могу потерять тебя. Я готова пожертвовать всем, чтобы прожить один идеальный день.